Судья Тулы в эти минуты вновь рассматривают дело об усыновлении мальчика Матвея, получившего тяжелейшие ожоги в местном роддоме. Кто станет его новой мамой, должны были решить еще 21 января, но сделать этого не удалось и после 7 часов обсуждения. Слушания были перенесены на сегодняшний день. О ходе процесса рассказала одна из потенциальных приемных матерей Наталья Тупикова. Тяжело шло, очень долго, очень внимательно все рассматривалось подробно, обе стороны. В общем-то, очень много вопросов было. Что самое трудное было? Ожидание, наверное, как и сейчас. Взять мальчика в семью, напомню, готовы две женщины. Одна из них с журналистами не общается. Известно только, что ее зовут Светлана. У нее есть финансовые возможности, чтобы обеспечить дорогостоящее лечение и уход за ребенком. Наталья, в свою очередь, имеет медицинское образование и уже воспитывает двоих детей со сложными диагнозами.